Продолжаем выпуск. Волгодонские диабетики готовы пойти на крайние меры. Об этом на заседании общественной палаты объявила председатель диабетического общества Вера Тарасенко. Бездействие городских медиков и властей толкнуло больных пойти на этот, в прямом смысле слова, последний шаг. Ведь известно, что диабетикам категорически противопоказано голодание. Диабетики как бы настаивают на голодовке. Но я попросила право голодовки передать мне. Я сказала, что сегодня на общественной палате я об этом заявлю. Контролировать будет меня. Я уже связалась с представителями производителей инсулинов, врач-эндокринолог из Москвы. То есть она мне будет, я буду мерить глюкозу, ей передавать, она мне будет помогать. Потому что тут выходные, потому что от медицинской помощи я не могу отказаться. Жалобы больных диабетом на плохое медицинское обслуживание и недостаток лекарственных препаратов не находят отклика в сердцах чиновников всех рангов. Последнее письмо на имя губернатора так и не легло ему на стол. Это и подтолкнуло людей на этот отчаянный шаг. Общественники решили написать еще одно прошение, но уже от своего имени. Быть может, предстоящий визит в Волгодонск министра здравоохранения области в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом хоть как-то разрешит эту сложную ситуацию.